кричали, в одних охотники стреляли, для развлечения веселья. Война и дети. Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом. Потому что дети рождаются для жизни, а не для смерти. А война эту жизнь отнимает. В героической летописи советского народа немеркнущей страницей сияет подвиг юных подпольщиков Краснодона, членов комсомольской организации «Молодая гвардия», действующей в Краснодоне в период временной оккупации Донбасса, в годы Великой Отечественной войны. 75 лет отделяет нас от подвига, который стал легендой и славой. У времени есть своя память, история. История подпольной организации «Молодая гвардия» служит для нас примером мужества, патриотизма, служения народу, ярким образом для подражания. Мы, молодое поколение Донецкой Народной Республики, не можем забывать героический подвиг наших сверстников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Молодые юноши и девушки, наравне со взрослыми гражданами Советского Союза, не жалея своих сил, в суровую пору тяжелых испытаний, мужественно сражались с врагом и до конца выполнили свой священный долг. Молодогвардейцы, не померкни в десятилетиях их вечный подвиг, отвага и мужество. Давайте сегодня пропустим через себя ток времени, высокое напряжение, и это позволит нам прикоснуться к их подвигу сердцем. Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия», объявляется открытым. Слово предоставляется начальнику штаба Александру Донбассу. Сегодня у нас очень знаменательная дата. Сегодня 75 лет комсомольской подпольной организации, которая основалась в Великую Отечественную войну, и имя которой мы взяли для нашего движения. Потому что эти юные герои, которые записали в летопись истории свои имена, они, как вам сказать, большие герои. И мы очень гордимся, что носим это имя, и курсанты очень гордятся. И в наше время немножко сопоставимо с тем временем, когда была Великая Отечественная война. У нас уже 4 года идет тоже война, и наши ребята, они учатся быть смелыми, хорошими, ответственными. И самое главное, нормальными гражданами своей республики, которые знают свою историю и своих, чтят память своих героев. Быть достойным гражданином! Быть достойным гражданином! Донецкой Народной Республики! Донецкой Народной Республики! Клянусь! Клянусь! На Ольга Олеговна, ко мне шагом марш. Служу Донецкой Народной Республике! Служу Донецкой Народной Республике! Служу Донецкой Народной Республике! Служу Донецкой Народной Республике! Фли! Заряжай! Пли! Что-то в мире случилось такое. Нет, плохо. Сердце стало у всех ледяное. О любви мечте забывает, и все чаще близких теряет. За идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг друга. Но помните, протяни руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты.
земля.